15 марта состоялся первый этап Кубка Украины Ukrainian Cross Country Бородянка Аэросити. Сорок два экипажа со всей Украины. Старт масштабного состязания. Специально подготовленные препятствия, трамплины, гребенки, неимоверные повороты. Всеобъемлющее напряжение сил от лучших спортсменов. Аэросъемка на сложных виражах. Честная картина дуэлей на трассе. Ты должен это видеть. Не пропусти. Первый этап Кубка Украины по кантри-кроссу для квадроциклов «Бородянка Аэросити». Благодарим генерального спонсора соревнований, компанию «Логос Спорт», эксклюзивного дистрибьютора «Канам BRP» в Украине.